Ну я ОП прицел. Ладно. О, я тут, привет. Роба. 0-6, Роб, серьезно? Пускай он эту карту играет, пускай они его убьют и пускай уходят. КТ один. Двое возле скрипа. Молодец. Блин, у меня один с хп, последний скрип. А, нет, не скрип, с базы. Пачку не поставил. Какого хуя он сидит, бля? А кикнуть, нет? Сервере. А кикнуть, долго писать команду. Где он был? База, база, КТ. Я выше. Кому-то М-ку надо, Гриша? Не, не надо, я калашку купил. Олег, только ага. Первый с пачкой, не несись, пожалуйста. Иди, я иди. Не буду. Уходите, я буду чекать поджим. Ёп, Зига двое. Будет он. И почему поджимаю. Я одна убил, можешь спросить? Я вышел, не увидел никого. Жесть. Не попал. Сзади. Бегай, блин. Зиги. Лол. Влад, ты голову через тело подписал. Че он психанул? Да, он с беседы вышел. Он же все с клана хотел уйти. Ушел, видимо. Че-то хуй ходит. Мне кто-то пофиг. Кто-то не слушает. Гриша, топ тактика, помнишь? Да. Да-да. Кто там сверху двое остались? Выкиньте флешки нам. Я вообще на сообщение отвечу. Ой. Кто выходить? Сейчас флешки. Мы дым откидываем и заходим. Сейчас я дроп отберу и зайду. На пленте, на пленте самом. Бальжи, Криша, сзади бомба! Да. Криша, возле... Где пацаны? Еще не раз. Подберите пачку, где пачка? Я же сказал, возле скрипа. Сейчас так. Ходите в закрытую. Уходи в дом, уходи в дом, уходи в дом можно. Хотя нет, сидите. Можно сейвить будет. Телька, сходи по скрипу, но недалеко, чтобы ты успел вернуться. Все, можешь уходить. Сейвит. Уходите, уходите, уходите. А, нет, не сейвит. А мог засейвить. Мог. Я пробую бэ вскрыть, у меня дигл. Давай. Я инфо соберу. Так, кто там с пачкой глит? На Б никого, вроде бы. Вот именно что вроде бы. На Б точно никого. А один. Б никого, пачка можно заходить. Кто один, А. Еще КТ. Мидл один, чисто мидл один. Четверка, перебирайся на Б. Ставишь пачку, ага, видел. Все, можно по одному я уходить. Я прочекаю мидл, можно ли отходить буду? Можно. Пошли. Да, ну, вроде ж нормально, можно их тащить. Ну да, когда ты зашел вместо Робина. Вы же тоже нормально хвалите.
Да. 10. Я с Олегом зайду. Олег, я с тобой. Я Арну, если сейчас... Тихо, тихо, шеф. Ясно. Да, нас поджимали со скрипа. На пленте двое. Еще на пленте фиксит. Хорош. На миду, на миду. Хорош. Ой, касал. Хорошо отыграли. Только так разбежались, но затащили. Лол, то чувство, когда задротики переживают за наш турнир больше, чем мы сами. Мне просто кто-то пишет, а типа, что, как турнир отыграли. Так зачем ты спрашиваешь? Типа, удачи. Он просто перед каждым турниром удачи желает, как это мило. Миду честно. Жема не видно. Да. Сзади, сзади, сзади. Стоп, мою. Сзади, блядь. Говнецо один. Три будет. Давайте на Б. Я уже захожу туда. Давайте на Б, мы вдвоем, лол. Фиксик чисто. О, а? Круто. Фиксик красиво. Да, я гляну, где ты ставишь. Хорошо. Тебя там будет. Пока тащит. Олег с твоей стороны. У меня с балкона. Дом второй. Фиксик, отойди, спрячься. Он снизу пойдет, снизу пойдет. Тихо. Хорош. Хорош. Убил его в попу. Он сработал. Гриша, ВП надо? Есть, я на коты пойду сейчас ВП. Хорошо. Идем за Гришей. Сейчас скрываются. Хорошо. Да, я через низ пойду. Олег, если тебя там убьют с пачкой, я тебя потом приеду, убью. Хорошо. Моё было! Нахер я вообще играю? Извини, Лиза, я думала помочь. Да ну! Два, о, короче, два коты, два коты, два коты идут. Тихо, тихо, тихо. Оба коты. О, красиво. Спасибо, я слепой был. Я помог Гриша ОП. Окей, давай. Спасибо. Боже. Хорош, фиксик. Просто ребят? Был всего один раунд, когда я. Заберите не бомбу, я ненавижу бомбу. Обожаю бомбу. Ты доставь бомбу. Да, да, именно поэтому я обожаю пачку. Сейчас я первый пойду. Давай. Я хотел флешку. Я сделаю типа Б-раунд. Он наверху на ящике, наверху на ящике. Тихо, тихо, услышали. Да, я его подсаживал. Я не пойду. Нет. О, я же говорила, кто ты его подсаживал. Это вообще смачно было, только что. Красава. Спасибо. Не, серьезно, это очень красиво. Он просто идет и прямо в голову. А я догадался, что раз его подсадили туда, значит кто-то должен там сидеть. Ну, я ж все-таки не тупая, как считает Олег. Я не считаю, что ты тупая, но я выпали. Логика ж у меня есть все-таки. Женская, но есть. Это уже подъебали. Я могу выйти как. Один на один. Возможно, и женская, но я далеко не мыслю, как ты бабы. Я знаю, я ж. Ты ж боец. Херовый из меня боец. Бывает, ты что ищешь? Что происходит? Что ты происходит? Еще один. Хорош. А что за спектраф сидит? Немца нет.
Да, меняемся. Да. Виктори. 9-6. Что за щит играть? Это камбэк. Да, это камбэк. 5-0. Это после того, как 4К взял раунд, мы начали тащить. Да. Админа, выйди, пожалуйста. Ладно, пускай сидит, это все на них. Тихо, сейчас. Ладно, сейчас тихо. Ты его кикнул? Нет. А если они... Хоть бы они сейчас... Это не так сильно играли. Бля! Пропишите кик 54. Слышь, народ? Вот и 54. Скажи, чтобы тоже прописали. А только наша должна. Нет, только лол. Только должна. Так он не за нас, он в спектрах сидит. Он напишет, что я могу голосовать только против игроков своей команды. Ща, короче, я порешаю, смотри. Хера, что я даю? Ладно, уже не... Админ, выйди, пожалуйста. Ладно, давайте играть, это по ничему не решать. Да ладно, делай рестарт, поехали. Лол, тебе так сложно его кикнуть? А мне надо писать Эркон, кик, и его нет. Пропиши кик 54. Я уже почти записал эту команду. Олег, нахуй рестарт сделай и все. Нахуй, блядь, мозги ебать. Да. Она еще не работает, ну. Может он с опами я тоже стрельнуть смогу? А им смот меню не знакомо. А нету, я не могу, я только через Аркон могу. У меня же не админка. Все, 1Б, 1 Зига, 3. А. Я на Зигу. Я на Б. Лол, куда все побежали, я сказал. Вернулся на... Не стой, не возвращайся, нет. Зига Б. Один Б. Факт, что они все Б. Много. Слишком многих там. Ясно. Пацаны, что творится? Эпик, спасибо, что прикрыл меня. Пожалуйста. У меня дефьюз, уйди. Тоже дефьюз. Ну да ладно. Мамаш его убить? Он же любит по своим шмалять. А сейчас ХП. Все, не закупайтесь. Нет, это пистолеты, пулеметы, можно по массу. На зиму. Че, не знаю, я купила гранаты и броню, мне насрать. Ну хорошо, хоть не М-ку. Ты же умная.
Слышь? Зига, малый квадрат много. Зига, зига. Да, много. Это Б, это Б с бомбой пошел. Фиксик, помогай. Б, много. Зига один. Блин, я бомбу положил. Еще один подъем. Ушел. Ушел с бомбой. Лиза, молодец. У, Лиза, умница. Чё? Чё я коллаж взяла? Лиза просто испугалась и начала... полный закуп. Чё? Кого испугалась? Чё ты лечишь? Лиза испугалась и зачем он начал бить? Бля, ты говоришь серьёзно. Лиза так, зажала, так, потому что она вблизи была. Я сейчас пофиг... Пошли, Тёма ещё испугался. Всё, прости, Лиза. Ещё бы. Нету малый квадрат. Я тебя поняла, они у меня, это А будет. Я передвигаюсь бы. Я не вышел. Я лайком. Олег, меня пытаются. Иду помы. Их двое. Трое. Зашли. Мой коллаж. Я. Хорош. Лол, это было смачно. Хорош. Я его отдам тебе, Лив. Смотри, коллаж. Где ты, где ты, где ты? Я темочку куплю. Хорошо, спасибо. А. Я на Зиге. Ой, блин, побежала без патронов. Не, я по респе на Зигу не успею, я на Астану. Я тут посижу, постою, мне хорошо. Лиза, подсадишь? Туда беги, и куда подсадить? Большая дурашка упала. Да я никого. А ты один? Мид. Кто ты? Сзади, Олег! Знаю. Добра, он близко. Пока ты последний. Молодец. Возьмите Лизе дроп. Я Галил взял. Два Лизы Галил. Я на Зиг. Возьмите Лизе дроп. Я катаюсь. Если бы Лиза... Лиза, посадись. Ну, ты... Не тормози, пожалуйста. Да, фиксик. Мы пока с тобой так подсаживаться будем, нас всех перевалят. А я завис. Мидл было много. Были мид, пойдут коты. Инха, что сладкая. Произошло? Почему я завис? Спасибо, фиксик. Ой. Спасибо. А чё фиксик-то? Чё он сделал? Зига. Только зиги. Мид. На Б зашли уже. Не зашли. А, ясно. Сука. Да, не дошли завис. Еще, уже зашли, по идее. Это Б, да? Да. Нет, пачка у меня. Нет, где пачка? Нет, фиксик, на Зиге, на Зиге. Но на миду, на малом квадрате. Вроде подобрали. Или это Лиза что-то взяла. Это хорош. Тайминг. Это сначала за Мализа, но потом... А, бой Владику. Слушай, как... Ой, хаес вообще залетел. Лиза, фикс... посадишь так же? Да, я только что хотел сказать, фиксик, давай, дуй. Спасибо. Да боже, лол, он даже не наш. Кера узнает, что это за создание. Что за создание? Только... Пороче на серве, стоп. Так это как? Значит М14. Не вижу ничего через этот дым. Спасибо за флешку, фиксик. Я тут стою. Ну, Лиза, я не знал, что ты стоишь. О, пачка у меня. Я с тобой. Где они, блин? Не знаю, где а они, куда? Но пачки будут. Меня. Вот тут вот. Так. Фиксик, ёбаный ты стоит. Я лол хп, если ты... Фиксик, если ты меня взорвёшь, я тебя... Говно пошли, говно пошли, ребята. Сейчас я скорее всего. Лиза, проходишь этот ящик? Я на выходе его жду. Я на втором выходе. Стоп, а последнее, не факт, что он это. Плент у нас на большом лежит.
Было разбито говно, это скорее всего один вверх пошел, а четверо вниз. Я писать хочу. Я это на видео засниму, я буду на повтор поставлю. Ох ты ёбаный фиксик, вы все. Ты сам понял, что ты сказал? Ух ты, фиксик, лол, ору. Фиксик еще маленький для таких дел. Нет, не АФК. АФК. Олежа. Пацаны, это камбэк. Лол. Палит инфу. ТП. ТП в зеркале увидишь, лол. ТП типа тупую девушку. А ничего то, что это логично было, ок, да? Боже, что за идиотизм? Это реально логично же было. Блин, это то, что говорю, что мы не разговариваем и просто камбэк. Вот, я говорю, молчи. У меня. А 4К выдает. Это же врагов найти. Папачка на это на подъеме на Б. Без каких-либо на то основанию дать. Да, наверное, последний. Валит. ББ. Вообще насрать. Откуда я знала то, что он там? Все, это этот палит по-любому. Еще одно. 7-0, ребята, вы их раскатали. Че, а какой счет? Олег, 16-6, это камбэк. Мы сначала шли 16-0, потом 16-6. Надо побольше слушать Лизу. Я вообще без понятия, кто это. Если это Робин, он так и знал всем. А если это этот так? Если не веришь, посмотришь ролик Эпика и увидишь, что никто не поверит. Шо, он же писать мог. Эволюция, мы ж ВК переписывали, что он инфу давал. Забей. Паш, я не в жопу. Дауны малолетние. Пацаны, надо побольше слушать. Еще бы, я херню не скажу, так вы ж меня никогда не слушаете. Лиза, я тебя всегда слушаю. Спасибо, малой. Ладно, можно выходить с этим дауном, блядь, играть одним.